Всем привет! В этом видео мы вам покажем, как оплатить человека первый раз, сделав первую покупку. Для этого жмем кнопку «Обновить сегодня». Здесь смотрите, здесь у вас адрес прописан ваш. Выбираете электронный кошелек или карточка у вас будет, без разницы. Выбираете пакет. Здесь ставим «Добавить один». И здесь ставим «Добавить один». Далее ставим галочку «Продолжить». Здесь еще раз проверяете адрес. Далее жмем кнопку. Ждем, пока загрузится. Теперь заходим в историю заказов, проверяем, все, заказ прошел. Теперь вам нужно отменить автошип, заходим в автошип, жмем сюда, да, я принимаю, все, автошип отключен. Всем пока!